Ну все, дай мне, теперь я покажу. Мастер-класс безграничный. Нет, вот с нашими не играем. Хорошо, хорошо. О. Показывай. Мне понравилась эта идея. Какая идея? Так Сейчас надо, буду значит, шесть раз. показывай. Ну давай. Не, ну как я пройду все уровни в Магнусе и вообще кто-либо, если Магнус 25-летний там играет в силу 3000, то есть он легко обыгрывает самого Магнуса. Настоящего. Что Скрытый делать? мат можно. Дай, я камбэк играю. Видишь, мы сейчас вот вырежем его чуть к слона. Не дали, да? Ты мне объясни идею, что ты пойму Да пока. сейчас все нормально будет. Да, но это все никак не связано никакой общей идеей, то, что ты делаешь. Ну, вроде три сейчас. Ты уже зевнул центральную пешку. Неважно. Может, защитишь, не? Это нам помогли. Да слоном, что ж ты делаешь-то? Да отстань, не трогай ее. Вот так это хорошо. Так, как тебе наша позиция? Я Отвратительно. подготовил атаку на королевском фланге. Это Приготовил сдачу уже. Понятно. атаку пешечного меньшинства. Так, там серия пенальти началась. Какие просмотры? Нет никаких просмотров. Вы немного не представляете. Точнее, неправильно представляете всю суть Ютуба или там Твича. Просмотры вообще не работают. Я не в курсе. Я поддержал бы эту беседу, я не знаю, что работает, что нет. Все, Глубоко. зачем ты пошел размышлять? На своих условиях? Конем что добей. Зачем пешки портить? Какая-то, испортим мы их или нет? Нам нужна игра какая-то. У нас не хватает полкомплекта уже. Да где? Качества нет. Видишь, одну уже отъели. Меня смущает пешка D. Ну, такая. Так, уже сейчас пойдем на пешку F7 нападать. Мы ведь пойдем на нее нападать. Пойдем, пойдем. Что за C2, что ли? Ну, пусть ладят C2. Типа там мат, но ну, там же на G7, на G2 защищено. Не, кстати, какая тут есть перспективы для веселья в этой позиции. То есть я подозреваю, что сейчас начну толкать пешку, а я начну пытаться замотовать этими фигурами. Что мне написано? Сыграйте со мной нормальный комбэк. Так, там мата нет, кстати. Давай перекрасим какой-нибудь С6. Или не надо? Погнали. Серия пенальти погнала. Че, мы убежали? Тут возникает другой вопрос. Убежит ли черный король? Что-то сомневаюсь в этом. Скидывать приходится. Может там не замотают все равно. Или конь e6 замотают. Ну, конь e6, а нет c8, видимо, по И цене. конь f7 в конце варианта, да? Я же 7, конь f7, да. Я же ничего не вижу, если честно. Встал? Не вижу мат в 3 ход, это как бы впечатляет. Он есть один. Я не вижу в 3, а он в 1, поэтому мы выигрываем. Так, ладно. Польша в полуфинале. Ой, в 1/4. Ну ладно. Извините. Так, ну все, переходим к камбэку. Ну, если честно, обе команды мертвые какие-то, судя по всему. Польша, Швейцария. Ну, не знаю. На классе, в каком классе, если пенальти били. Что мы делаем сейчас? Камбэки. Как мы же уже писали. Ну, давай, играй. Я уже потерялся во времени. Камбэки в 7 заканчиваются, правильно? Ну да. А что начинается в 7? Ну, не знаю. А дебютная лекция. В смысле? Да, хорошо.
Смотри, у меня знаешь какая идея? Я хочу эту пешку королем съесть. Так ты слона уберешь. А, гениально. Наверное, пока ничего страшного. Да, все шикарно, чувак. Я бы такую позицию каждый день играл. Тут короля так немножко. Артём просит. Так, ну ладно, мы... Стоп, он как-то хочет защищаться. Артём! Когда у нас начинается этот турнир? Отвлекись на секунду. Все равно там ничего не происходит. Отдай мышку. Ответь Артёму. Подожди. Я хочу пешку съесть. Сейчас я в пять. Ответь Артёму! У тебя это расписание. Сам Бог велел, дай. У тебя расписание. У меня, сейчас я покажу. Бьем. Все уже убили. У тебя расписание. Сейчас все здесь, вот здесь выбиваем, и все, пешка моя. Да пешку дай. Расписание. Расписание сейчас покажу. Расписание. Расписание. У нас, по идее, дебютная лекция уже как 13 минут должна идти. Замечательно. Давай заканчивать с этим бредом. С камбэками? Да, и что-то комментариев от зрителей нету. Ну вот, один раз с этим. С Даниилом. Народ зажег там. Два комментария было. Как не выиграть? Быстрее. Слушай, ну я уже такую позицию получил симпатичную. Нет, ты получил вот эту позицию. Нет, я дальше я играл. Я получил вот эту. Мат уже вообще-то. Прям пахнет им. Откуда две лишние фигуры? Объясни, стоп, покажи зрителям, мне просто интересно. Мат на любой вкус идет просто. Так. Ну и как какой фигуры мат? Выбирайте. Да, минус 30 жира. Королем поставим мат в партии. Ну, не знаю, чего он не сдается. Слоном все-таки было поинтереснее. Не матом, а 9-2.